Вынудили уволиться, потом избили и арестовали на 3 суток. Именно так выглядит, по словам бывшего сотрудника Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры Казахстана, ее собственное увольнение. Акмарал Истаева, сотрудница, делавшая секретную работу, оказалась больше не нужна. Работала прокурором отдела специальных учетов, обрабатывала запросы спецпроверок КНБ, ДВД, СОП и других органов, которые обращаются к нам в связи с назначением спецпроверок сотрудников, кандидатов, переводящихся, назначающихся на должность и так далее. То есть это секретная работа. По словам экс-прокурора, начальство управления создавало на работе нетерпимую для нее атмосферу. В итоге она уволилась по собственному желанию. А когда пришла забирать вещи и трудовую книжку, оказалось, что охране запретили пускать ее в здание. Экс-сотрудница попыталась прорваться к бывшему начальнику и попала под тяжелую руку охранника. Этот охранник за мной побежал, за шкирку взял, в общем, потасовка началась, драка, он меня перекидывает через себя. Ну, естественно, мужчина, когда женщины дерутся, женщина ни в какие, как бы, ни в сравнении не идет. Я защищалась. Победить мужчину Акмарал Истаевой не удалось. Множество синяков на теле экс-прокурора свидетельствуют о схватке на первом этаже здания управления. А через несколько дней административный суд постановил наказать экс-прокурора за драку с охранником арестом на 3 суток. Акмарал Истаева считает все события последних дней несправедливыми и обещает обнародовать компрометирующие материалы о трейболизме и приоритете родственных связей при устройстве на работу в органы прокуратуры. Thank you.